В среду на юге Кузбасса будет пасмурно с прояснениями, пройдет дождь. В Прокопьевске ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 11, плюс 13. В Осинниках ночью плюс 7, плюс 9, днем 12, 14 градусов тепла. В Мысках ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 13, плюс 15. В Междуреченске ночью плюс 6, плюс 8, днем 13, 15 градусов выше 0. В Шерегеше ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 11, плюс 13, сильный ветер. В Новокузнецке 23 сентября ожидается пасмурная погода, пройдет дождь. Температура ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 12, плюс 14. Ветер юго-западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.